Ладно. Это, конечно, далеко, но ты справишься. Вперед! Эй, там! Последнее предупреждение! Мы вас сейчас сами вытащим! Подождите немножко. Мы просто вещи собираем. Это... Возьмите тёплые вещи. Чёртовы богатеи! А, забудьте. Осторожнее. Предупреждаю! Именем великого инквизитора Виталия введено военное положение. Город переходит под управление инквизиции. Всякий, кто останется в городских стенах, будет арестован и немедленно казнен. Военное положение? Что за вздор? Почему сейчас? Возьмешь тут что-нибудь, когда у тебя под ногами полчища крыс. Чтобы еще погромче поорал. Ты же знаешь, что Николай делает с мародерами. Погряный монах греется в бастионе, а все наши занимаются тем же, чем и мы. Пойди пошарим, один дом. И пошар, хоть от твоего нытья отдохну. Что там за звуки? Он прилетел! Как же папины вещи? Ты видал, что они с людьми делают?
Надо уходить, если инквизиция нас цапает! Сейчас везде так? Я не знаю, где я нахожусь, но я все еще жива. Сударь, сиди тихо и не высовывайся! Что происходит? Нет, это ж мой муж! Был твой муж, теперь ему крышка, так что вали отсюда! Одна я не уйду, я не могу без него! Заткнись! Про военное положение слыхала? Хочешь вперед него сдохнуть? О, боже! Я заразен! Уходи отсюда! Слушай, что он говорит! Вон! Иди нахуй! О, нет! Нет! Ай, хватит с меня этой херни! Я на такое не подписывался! Ох, боже! Нужно чем-то занять этих крыс. Когда все это кончится? Вытащит тебя из этого Содома. Все мы отправимся в ад. Внизу слишком много крыс. Я туда не пойду. Надо сначала их отвлечь. Ублюдки, вы опять напакостили, не так ли? А? Так что, пусто? А, ладно. Yeah.
Вот. Фу! Не смотри! Не смотри! Я должен быть тверд в своей вере. Я тверд в своей вере. Как сказано в Писании. Под Игнем. Под Луком. Мне уж одного раза хватило. Идем. Не понимаю. Я же должен... Получилось. Ох, но запах этот я никогда не забуду. Прямо на пути. Я очень не хочу через него идти. Заперто. Эх, была бы тут Мели. Но да ладно, должен быть другой способ туда попасть. Наверное, здесь его поставила инквизиция. Он, похоже, крутится. Умно. Великий инквизитор дел на пути не бросает. Неплохо. Совсем неплохо. Ну уже, приятель, отбрось пару монет. Нет! У вас у всех есть что-нибудь ценное. Я уверен, что-нибудь найдется. Ну же, Амиси, сделай же что-нибудь, давай. Эй, какого черта? Получи свое. Окно прекрасно. Теперь надо уходить.
Магистр! Эписангвис! Так, посмотрим. Прекрасно. Простите за дерзость, но мы знаем, что его берут из крыс, только зачем он? Это называется Адорис. Нихера себе. О! Это лишь одна из возможностей Эписангвис. Если его смешать с серой, но нужен он нам не затем. Но чего ж мы его тогда не раздадим нашим парням, а? Это же... Он слишком дорог! Каждый кристалл Эписангуис нужен для выполнения наших замыслов. Кроме того, в таком виде он пару раз послужил причиной, как бы это сказать, прискорбных происшествий. Доставь это в бастион, на сегодня достаточно. Прискорбных происшествий? Прикинь, это же жена ноги попадет. В патруль потом на жопе ходить будешь. Эписангуис, что это? Надо взглянуть поближе. Ушли. Ну же, это просто кладбище. Ах, опять трупы. Чего это они там копошатся? Так-так. Так это и есть Эписангуис? Точно. Эписангуис и Сера. Растереть и смешать. Теперь посмотрим, что получилось. Спасибо тебе, Лукас. Получилось. Это спасет мне жизнь. Надо еще. Помни, действует он недолго. Заперто. Туда, похоже на выход. Ну же, не так уж далеко. Здесь высоко. Надо как-то туда забраться. Thank you.
телега. Если ее притащить, я могу на нее забраться. А Дорис их надолго не удержит. Нужно запереть их раз и навсегда. Да. Ну ладно, пожалуйста, пусть она будет на ходу. Очень громко. Отлично, еще немного. Вот видишь, получается, почти готово. Боже, что здесь случилось? Я все ближе. Надеюсь, Лукас книга существует. О, Боже, больные. Они их перерезали. Крысы! Они спустили крыс! Помоги мне! Я не могу! Извини! Невероятно! Они натравили крыс на больных! Мерзкие твари! Все пищите да зубищами щелкаете! Сказать, что тихо! Можно попробовать! В бастионе будете визжать по-настоящему. Увидите. Они из вас там котлет наделают. Получилось. Но почему? Потому что слишком поздно для тебя. Считай это милосердием. Но не беспокойся. Остальные будут скоро спасены. Эй, ты зачем его в воду столкнул? Сказали же, всех на ту сторону. Мы все равно туда не ходим, потому что там пиздец как воняет. Что? Повезло тебе, что ты хоть что-то чуешь. Этот звук, он же оттуда, да? Я могу выманить крыс с моста. Чё это?
Почему они все еще здесь? Эписангис, клетки. Они не просто уводят народ из города. Будут тут торчать. Будем заражать друг друга, покуда до самого великого инквизитора не дойдет. Тогда точно никого не останется. Завали ебало! Кончай пиздеть, чтоб я тебя больше ни звука не слышал! Это шум. Вроде как оттуда. Это что? Ничего нет. Что за чертовщина? Это же подвода алхимиков. Наверное, там есть что-то полезное. У меня внутри все горит. Что мне делать? Я не знаю. Воды. О, нет, не пей это! Оу, это какой-то кошмар. Ну же, будь храброй. Университет уже совсем близко.